Протестируем. Камера Sony X3000 Steadicam G5 для Sony. Насколько они хорошо работают. А самое главное, я уже в этом направлении тестировал. Мне не понравилось то, что пишется. Здравствуйте. Пишется звук с моторчиков. То есть идет брак по звуку из-за того, что моторчики. И, кстати, будет интересно, вот, достаточно ли собственной стабилизации камеры Sony для того, чтобы все это нормально смотрелось, и насколько улучшается, доброе здоровье, и насколько улучшается с применением стабилизатора G5 для Sony. G5 GS. Ну вот такая вот фиговина с морковиной. Что можно сказать? Что-то. Доброе здоровье. Что палочка полегче. Значительно полегче. Это же так можно использовать вместо гантели. Подкачивать клешню. Тарабараб тарап тудудум. Бачабараб чудюбуджа. Чарибараб чудюбуджуба. Чарабараб чудюда. Так. Вот на эту штучку я нажимаю, и она должна повернуться ко мне. Кнопок тут дофига. Итак, нажимаем. Опа! Режим селфи. Вот так-то. Yeah. Опа, в другую сторону. Вперед смотрящий. Ла-чу-бу-руб, чарап-чу-чу-ба. Ла-чу-бри-би-джум-джарам. Так, вот этот вот пенек, можно так сказать, я снимаю. И когда я снял его на это. На GoPro 3 Plus фактура была, ё-моё, вся размыта. Вот на это я снимал, более-менее нормальненько было, мне нравилось. Вот сейчас какая фактура будет. Так, что такое? Вас издаст. Ага, это так повернулось. Так, какой-то режим я тут нажал. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Не работает. Раз, два, три. Не работает. Раз, два, три, четыре. Не работает. Раз, два, три, четыре, пять. Не работает. Еще нажал. Другая кнопка есть. На нее нажал. Хреново туча кнопок. В них запутаюсь. Ну ладно, можно повернуть джойстиком. А, что, и джойстик не работает? О, как сделала. То есть зафиксировала в одном положении. Та-ра-ра-рам-дам-да-да-да-да.
Та-ра-ра-ра-ра-ра-та. Или это тут она сама сейчас такой медленный поворот делает? Шутка ли техника? Техника. А, так вот она зажлась. И что-то не это. Так, ну, теперь ни туда, ни сюда. Ага, вот что-то дернулось. Так. Раз, два, три. Не. В утренние часы особое такое расположение природное. Очень хорошо заниматься образно-волевыми настроями. Сознание само так ловит эту волну, и начинается работа. Пробуждение дня, щебет птичек. Очень так благотворно сказывается на работе с сознанием. Тарабарам, да, та-да-та-да. Ага, вот она тут. Режим такой, что не держит. Ой. Ага. Повернулась на меня. Раз, два. Ну-ну-ну-ну. Ну, сейчас она вроде бы так. Какой-то режим более-менее. Доброго здоровья. Раз, два, три. Так, развернулась. Ага, бим-бим-бим-бим. Так, развернулась. Та-ра-рам. Раз, два, три. Различные режимы щупаем. Кстати, я прислушивался к работе моторчиков стадикама на этих самых, на GoPro 3 Plus. Это, по-моему, G4. Они тоже так шумят, но шум не записывается. Эти даже немножечко тише работают. А вот шум от них записывается. До этого какой-то вот брак. Брак по шуму. Такой неприятный. Это такой неприятный брак по шуму. Тарабарам, да-да-да-да-да. Тарарарай-да-да-да-да. Так, наверх. Опа, наверх. Снимаем, видите, наверх. Так, на низ. И повернем джойстик в эту сторону. Видите? Вот тут насчет этого молодец. Поворачивает. Так. Опять прямо. Вперед смотрящий. Все нормально. Так, так. Так, 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 так. Пилорезы с пилорамой. Пилорама. Пилорезы с пилорамой. Парабарам, бам, барабарам.
тарабам, да, та да, там. Ну что, стадикамы, как бы можно о них было сказать. Лишние прибамбасы. С собачкой. Я его биополем только засек. Лишние прибамбасы. Уже вес добавился. Раз. Далее. Надо следить за батарейкой этой. Разряжается. Вовремя ее надо подзаряжать. Это два. Вот. Штука ломается. То есть осторожно надо к ней относиться. Три. Вот такие вот вещи. Качество съемки. Доброго здоровья. Да, Донец не движется. Ведь не движется вода. Превращается в болото. Болото. Вода должна быть проточной. А когда-то ж пили наши вообще реки, они на родниках, на степных родниках. Красотища была. Жили люди без лепездричества и нормально жили. Вот. Меньше головняк был. То эту плотину прорвет, то еще что-нибудь там случится с ней. Обслуживая ее. Вот. А что касается питьевой воды, то испортили. Что касается рыбы, которая кормила, тоже поголовье значительно сократилось. Что раньше ее не знали, куда девать при царе-батюшке. А теперь вот. Вот теперь вот. Видите, как жучит. О! Жучило, ё-моё. Ну вот он, прогресс. Тарабарам дам диби тамба. Тарибарамба пиби пум. Лапчубрум дариби джумба. Чарабарим па пипи пум па 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 пам. Тарибари па рипи пупа. Смотрим, как текстура. 1 километр прошли. Вот чтобы вот эти вот листики не сливались в какую-то сплошную массу. А так было видать. Вот это вот кора. Чтобы фокус фокусировался. Фокус фокусировался на этой всей текстуре. Ла-ла-ла-лам, джум, джиби, джум, да. Ла-джибарум, джадам, джуджум. Та-да-барам, ду-ту-ду-тум-ба. Тишина, прохлада. То есть вот она.
природа хороша. Хорошо, хорошечно. Хорошечно. Та-ра-на-на-на-на-на-на-на. Та-ри-ба-ра-и-да-та-да-тай. Та-ри-ма-ра-и-ма-ра-му-май-ма. Па-ра-бу-бам-бум-ба-бу-ба. А? Плавненько все это работает. Раз. До горизонта. Насчет этого, конечно, этот старикам хорош. Ядрёна вощь. Он очень где-то там хорош. Так, цветочек. И туда, сюда. Так. Есть этот цветочек. Ага. Сняли. Тарабарам, да, работам, да. Потом же я приезжаю. А не знаешь, надо же доливать после как-то, или чтобы он поработал. Ну, короче, конечно. Я приехал, бачок, хоп, пустой. Этот... Тосол, да. Пустой. Во, ё-моё, хорошо, что я глянул. Как это так? Да. Я, значит, долил. Литр целый я долил. Купил 2-литровые, долил. Вот, как раз она чуть-чуть больше уровня. Чуть там больше уровня. Вот, этот звонит шеф оттуда. А, они же обычно звонят. Спрашивают, ну как там ремонты там? Довольны ли вы ремонтом? Я говорю, да вы знаете, вот сейчас я что-то особо... Не в восторге, да? Да, не в восторге, причем не в восторге. Добро здоровится. От машины даже тоже не сколько. От вашего ремонта, как от машины. Что за херня? Пошли в холодок. У меня две машины было. Lexus, вот этот GX470. Ну и вот этот черный я езжу. Что такое помпа, я там и не знаю. А им уже, они у меня только больше, это самое, 12 лет. Потекло, блядь. Да, а это там потекло, ё-моё. Ты ж выезжал с гаража, чернечок под машину. Да она потихонечку там, она ж не сразу там, это самое. Может запотевает. Добро здоровье. Да вот, запотевает, не потевает, ну там, да, через какое-то... Ох, и надо же. Кстати, еще мою видеокамеру Sony такую же отдал в ремонт в Ростове. Ой, в течение там ближайших 5 дней сказали, что что-то там они это диагностируют, потом там сообщают, будут ремонтировать, не будут. Вот уже, по-моему, больше 5 дней прошло. Ни ответа, ни привета, ничего нету. То же самое с рейд-массивом Pegasus. Что-то там не сделают, не сделают. Принтер также отдал. Вроде как сделают. И все где-то делают. Народ какой-то необязательный и непонятный. Если сказали через 5 дней, значит говорите. Мы не сделаем, забирайте. Мы сделаем, такая сумма. Готовы? Готов, делаем. То есть такие простые, элементарные вещи. Вот он сервис, вот оно обслуживание, вот они. Отношения.
Парабарам дам да да дай. Тари-дарай дай та да та да. Тари-бара-па-па-па-па-па. Ну-ка. Показывали мне стадикам. Он там сразу же в комплект идет с видеокамерой какой-то там. Какая-то там. Тот работает отлично. И он вроде бы как и в воду с ним. Но опять-таки менять технику одну на другое. Одно на другое, другое на третье. Резона нет. Что касается моих запросов, как кинооператора, монтажера и так далее, режиссера, продюсера, мне это вполне удовлетворяет. Слышу. Звезда. Вот это он несется. Нац! Ё-моё, с такими стреляющими звуками. Стреляющими звуками, хрюками. Ну, помчала до 18. Доброе здоровье. Здравствуйте. Так. Вот эта вот плавность, она такая должна быть, плавненькая. О. Плавный поворот. Кажется, что слишком медленно. Нет. Это то, что надо. Тогда не будет какого-то там дергания. Тарабарам да рабутам да. Тарибарам-барабум-бам. Тут там. Так, сколько у нас? 23 минуты. На. Включил, и он пишет, и пишет, и пишет. 23 минуты осталось. На-на. На-на-на-на. Та-на-на-на-на. Побалуемся со стадикамом. Побалуемся, как он снимает. Тарабарам-дарабутам-да. Тарибарам-дарабутам. Тарабарапапибипумба. Тарабарапапибипу. Та-на-на-на-на-на-на-на-на. Рапчубрум джарабуджа. Чарабарам джурджубрум джарджа. Чарабара чучуруча. Чарабара чучуруча.
Кстати, я смотрел про стадикамы. И так как этот стадикам не работает с камерой, а работает только с камерой, которая в аквабоксе, то это добро называется. То различные там приспособления. Бокс одевается, потом что-то вынимается. Ну и камеру просто заткнули, она держится нормально. И снимают в боксе. Интересно попробовать, будет ли идти брак по звуку или нет. Тарабарам, да-да-да-да там. Тарабарабарабтабутара. Таридарай, да-да-да вот там. Ла-ла-ла-ла, плап, трибу, триба. Тарабарам, на-на-на-на. Как там? Зелененький. Вот это ракетоносец погнал. Ракетоносец погнал. Тарабарай, тарарида, тарада. Тарарарай, на-на-на-на. На-на-на-на-на. Рабу-да-да. Тарабуда, ту-ту-ту-та. Я раньше вообще в лес выезжал. Не в парк, а в лес. Там турбазы. Ну, лес уже, можно так сказать, диковатый. Возле реки. Там, конечно, как-то поинтереснее было. Поинтереснее. Погрязнее. Так как дороги особо не просыхали. Грунтовые. Потом эти паутина заплеталась. Пройтись. Что тут у нас? 2 километра. 2 километра прошли. Тарарам, тарарам, тарарам. Какие лютики, цветочки. У меня в садочке. У меня в садочке. Лютики, цветочки. А, когда ходишь, усиленно выделяется там разная мокрота из верхних дыхательных путей. А нижние выделительные путя. О, две белки, кстати, смотрите. Играются. Играются две белки. О, о, какое явление. Два бельчонка. А, видали, что они тут творят? Два бельчонка вывелись. И они наслаждаются жизнью. О, о, какие. Ай, как хорошо. Где-то они тут живут. Что их тут видел? Дупло? Тренируется. Тренируется. Лепота, да? Рыжики. А, это жизнь, да? Хороша. Что-то там они наелись. Достаточно вполне. Вот этот наверху сидит. Вот он. Вот он лезет. Да. А, они грушки едят. Наедят груш. Как бы животик не разболелся.
от того, что груши наедятся. А, тот он поскакал, вон уже. А там тютина есть. Сыроеды, однако. Сыроеды. А, селища. Ох, селища. Вот она вся жизнь, да? Бельчатки, бельчатки, два бельчонка. А жизнь все нормально в тайге. Выигран матч СССР, ХВРГ. Ну, пойдем мы. Вот такая-то жизнь. Хорошо. Хорошо. Бегут ребята. Бегут ребята, акробаты. Бегут ребята, тра-ла-ла. Та-ра-та-та-ра-ла-ла-па-па-ла. Та-ри-ба-па-ра-па-ра-па-ра. Та-ри-ба-ра-та-ри-ба-ра-та-ра-ба-ба. Доброго здоровья. Доброе утро. Доброе здоровье. Какая наша деда воевали. Давным-давно. Так, хорошо такое вот утреннее безмятежное настроение сохранить. Вот я в свое время, когда изучал работу сознания, что такое эмоция? Эмоция — это какое-то краткое впечатление у вас. Эмоция, которая вас взволновала. Слово эмоция означает волновать. То есть что-то такое вот вас взволновало. Эмоции положительно-отрицательные. Вот где-то такая вот умеренная эмоция. Вы идете и любуетесь красотами природы, у вас возникает эмоция. А что такое настроение? Настроение от слова настроить. Это та же эмоция, растянутая во времени. Вы поймали эту эмоцию и растянули ее. Растянули во времени. Поймать такую гармонизирующую, красивую эмоцию, можно даже сказать, ну, мысль — это несколько ничего. Вот эмоция — волновать, а мысль — это несколько иной процесс, вроде бы схожий. Так вот. Да, первоначально, конечно, возникает какое-то чувственное восприятие, за которым следует мысль. Мысль порождает эмоцию. И эту эмоцию, если умудряемся удержать в себе, продлить, то это уже будет настроение. Вот это настроение такое продлевается. Продлевается.
в течение дня. И это настроение начинает, в зависимости от окраса, окрас, слово-то новое, окрас, эмоциональный окрас. Значит, окрас, еще разок вернемся, эмоции бывают положительные, отрицательные. И, естественно, вся эта там палитра между там крайними проявлениями отрицательного, положительного. Вот этот окрас эмоциональный закладываем, продлеваем, и получается настроение. Да, дальше еще интересно, такое настроение бывает приподнятое, которое стимулирует вашу энергетику стимулирует, и подавленное, которое депрессняк порождает, то есть подавляет вас, вашу жизненность. И появляется вот, что с помощью эмоционального настроя можно себя оздоравливать. Далее интересные такие переливы идут. Держать себя на волне такой возвышенной, творческой, радостной, любовной. Это все влияет на здоровье. Но можно, естественно, наоборот, нырнуть в темную глубину, без просвета. А нам же нужен просвет. Просвет нужен. Ага. Как раз. Тарабарам-дарам, да та там. Тарабарам-дарам-дарам. Как и наши деды воевали. Давным-давно. Приветствую. Добро здоровится. Кстати, пение. Это тоже внешнее проявление эмоций и настроения, которое вас посетило, а вернее, которое вы сами вызвали. Которую вы сами вызвали у себя. Учиться вызывать то, что надо. Парабарам барам бай бай ба. Парибарам барибарам барабам. Тарибарам бам бой ба ба ба. То есть быть самому себе хозяином. Вызывать то, что надо. Доброе здоровьице. Как и наши деды воевали давным-давно. Вон идет Тигран. Давным-давно. Доброе здоровье. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro.
Доброго здоровья и до новых встреч!